Я вижу, что достаточно много уже информации мы получаем и через видеочат, и скайп, и фейсбук. Пожалуйста, друзья, общайтесь. Мы периодически будем и на ваши вопросы тоже обращать внимание. В частности, есть вопрос относительно того, кто обследует затем вот биопсию, которую вы берете во время оперативного лечения. Mm-hmm. Есть ли у вас патологоанатомическая лаборатория? Или вы сотрудничаете с кем-то? Yeah. Патолога, безусловно. Хирургии без патоанатомии не бывает. Значит, вся хирургия, она обязательно имеет это важнейшее звено исследований. Значит, мы сотрудничаем непосредственно с гистологической лабораторией Республиканского онкологического центра. Uh-huh. Вот, и там находятся врачи, которые проводят исследования всех тканей, которые мы удаляем, патологических больных тканей, которые мы удаляем, мы отправляем на исследования. Ну и качество исследования, безусловно, думаю, высокое. Во-первых, высокое. Все знают прекрасно, что наиболее надежно гистологические препараты осматриваются именно вот в центрах, да, больших клинических центрах, которые находятся у нас в онкоцентре, в Республиканской больнице имени Семашко.